Максим, это видео специально снято для вас, поскольку у вас дом на втором этаже имеет такое мансардное помещение. Здесь мы как раз можем увидеть, как сделана отделка мансардного помещения. И планируется здесь сделать несколько комнат. Особое внимание, как установлен радиатор. Под окном монтирован крышу. Так, мы видим откос прямой. Здесь второй откос под углом параллельным полу. Еще одна комната. По бокам у нас сделаны такие ниши для шкафов. Так, вот такое маленькое помещение. Как бы детское получается. Здесь уже комната небольшая. Косы тоже из вагонки. Если обратить внимание на стены, то видно, что здесь, как правило, в большинстве домов вагонку ставят вертикально. Здесь она у нас расположена горизонтально. И получается такой эффект, как будто стены дома сделаны из дерева. Ну, как утепляется, как делается такое помещение? В первую очередь обязательно нужно наличие ветробарьера, который расположен сразу же между кровельным материалом. Потом у нас под ним идет контрбрус, и тогда уже ветробарьер. Потом утепляется все утеплителем. В данном случае здесь у нас использовалась минеральная вата. Толщина утепления 20 сантиметров. Можно также использовать разные альтернативные утеплители. Например, это может быть солома ржаная, обработанная антисептиком. Потом у нас идет слой экрана. Это у нас или изотерм, или другой материал может быть. И уже тогда на рейках набита вагонка. В таком помещении полностью можно жить. Да, кстати.